печалью о местах мне милых, я подобрал опавшие листы и обессиленному возвратил их. Пройдя сквозь лес, мы вышли у черты, где третий пояс лег внутри второго, и гневный суд вершится с высоты. Дабы явить, что взору было ново, скажу, что нам огромной пеленой открылась степь, где нет ростка живого. Злосчастный лес ее обвил каймой, как он и сам обвит рекой горючей. Мы стали с краю, я и спутник мой. Вся даль была сплошной песок сыпучий, как тот, который попирал Катон, из края в край пройдя равнины жгучей. О, Божья месть! Как тяжко устрашен бы должен тот, кто прочитает ныне, на что мой взгляд был в яви устремлен. Я видел толпы голых душ в пустыне. Все плакали в терзании вековом, но разные обреченные судьбине. Кто был повержен назничь, вверх лицом, кто, съежившись, сидел на почве пыльной, а кто сновал без устали кругом. Разряд шагавших самый был обильный, лежавших я всех меньше насчитал, но вопль их скорбных уст был самый сильный. А над пустыней медленно спадал дождь пламени широкими платками, как снег в безветрии на горных скал. Как Александр под знойными лучами сквозь Индию, ведя свои полки, настигнут был падучими огнями и приказал, чтобы его стрелки усерднее топтали землю, зная, что порзни легче гаснут языки. Так опускалась вьюга огневая, и прах пылал, как под огнивом труд, мучения казнимых удвояя. Я смотрел, как вечный пляс ведут худые руки, стряхивая с тела то здесь, то там огнепалящий зуд. Я начал. Ты, чья сила одолела все, кроме бесов, коими закрыт нам доступ был у грозного предела. Кто это? Рослый, хмуро так лежит, презрев пожар, палящий отовсюду. Его и дождь, я вижу, не мягчит. А тот, поняв, что я дивлюсь, как чуду, его гордыни, отвечал, крича, каким я жил, таким и в смерти буду. Пускай Зевес замучит ковача, из чьей руки он взял перун железный, чтоб смертный день меня сразить с плеча. Или пускай работой бесполезной всех в манжебельской кузне надорвет, вопя «Спасай, спасай, вулкан любезный!» Как он над флегрой возглашал с высот, и пусть меня громит грозой всечасной, веселой мести он не обретет. Тогда мой вождь воскликнул с силой страстной, какой я в нем не слышал никогда, «О, Капанеи, в гордыне неугасной твоя наитягчайшая беда! Ты сам себе в неистовстве великом казнишь жесточий всякого суда!» И молвил мне с уже спокойным ликом. Он был один из тех семи царей, что осаждали Фивы. В буйстве диком гнушался богом и не стал смертней. Как я ему сказал, он по заслугам украшен славой дерзостных речей. Теперь идем, как прежде, друг за другом, но не касайся жгучего песка, а обходи, держись об кушки, кругом. Безмолвие мы дошли до ручейка, спешащего из леса быстрым током, чья алость мне и до сих пор жутка. Как буликами убегает стоком, в котором воду грешницы берут, так не стекал и он в песке глубоком. Закраины, что по бокам идут, и дно его, и склоны к камням стали. Я понял, что дорога наша тут. Среди всего, что мы с тобой видали, с тех самых пор, как перешли порог, открытый всем входящим, ты едва ли чудесней что-либо встретить мог, чем эта речка, силой испарения, смиряющая всякий огонек. Так молвил вождь. Взыскуя поучение, я попросил, чтоб голодово след он мне и пищу дал для утоления. «В середине моря, — молвил он в ответ, — есть ветхий край, носящий имя Крита, под чьим владыкой был безгрешен свет. Меж прочих гор там Ида знаменита, когда-то влага и листвой блестя, теперь она пустынна и забыта. Ей Рея верила свое дитя, ища ему приюта и опеки, и плачущего шумом защитя. В горе стоит великий старец некий. Он к Дамьяте обращен спиной и к Риму, как зерцалу, поднял веки. Он золотой сияет головой, а грудь и руки серебро литое, и дальше медь, до туда, где раздвои. Затем железо, донизу простое, но глиняная правая плюсна. И он на ней почил, как на устое. Вся плоть от шеи вниз рассечена, и капли слез сквозь трещины струятся, и дно пещеры гложет их волна. В подземной глубине из них родятся и Ахерон, и Стикс, и Флегетон.
Потом они сквозь этот сток стремятся, чтобы там внизу последний минов склон создать кацит. Но молчу про это. Ты вскоре сам увидишь тот затон. Я молвил, если из земного света до сюда эта речка дотекла, а зачем она от нас стоилась где-то? И он, вся эта впадина кругла, хотя и шел ты многими тропами, все влево, опускаясь вглубь жерла, но полный круг еще не пройден нами. Если случай новое принес, то не дивись смущенными очами. А лето где? Вновь задал я вопрос. Где флегетон? Ее ты не отметил, а тот, ты говоришь, возник из слез. Ты правильно спросил, мой вождь ответил. Но в клокотании этих алых вод одну разгадку ты воочию встретил. Придешь и к лете, но она течет там, где душа восходит к омовению, когда вина избытая спадет. Потом сказал, теперь мы с этой сенью простимся. Следуй мне и след храни. Тропа идет вдоль русла по течению, где влажный воздух гасит все огни. Okay, Andrei. Hello, nice to meet you. And thank you, as well. Thank you for being here today. Would you like to start with introducing yourself to me and to the audience, our audience? Well, hello, everyone. My name is Andrei. I'm a PhD student at the Department of Linguistics here at the University of Toronto. Okay, and so I'd like to know about you and Dante. So basically, can you tell us about like when was the first time you heard or learned or read Dante's works? A while ago, probably as a teenager, so maybe 15 or 16. So you started with like reading the Divine Comedy? Yeah, the Russian translation, which the Russian translation. So is it is Russian your native language? I grew up in the country of Moldova, so everybody there speaks two languages, Russian and Romanian. So Russian is one of my native languages. Oh, okay. So you said you're from Moldova. Okay. In Moldova, you speak Romanian, right? And Romanian and Russian because of the... And Russian? And the Russian Empire before that. I see. So that's why you started with the Russian translation. Did you read like the whole thing or... Yes. The whole Divine Comedy? I did read the whole thing. I probably enjoyed the Inferno more, but everything was amazing. In fact, I reread it several years later. Yes. Wow. And you said you did that. The first time you read, it was when you were a teenager, like 15 or 16. Wow, that's fascinating. Why Dante? Why at that age? You decided to read the Divine Comedy? Well, we had a translation at home, and wow. I had to read something, and my parents encouraged it, so that's what I went for. Okay, that's great. So, so you chose to read this in Russian, and then I wonder if you know about any translation in Romanian, and have you ever maybe seen it or read it and then compared it with the Russian translation? I have not. they must exist, but the translation I had was in Russian, and I usually read either in English or in Russian, so the Romanian translation just never made it into my hands. I see. All right, so let's talk about this canto in particular. Why did you choose this canto? And which elements in this canto do you find like interesting? I can't really say I have a favorite canto. This is one of all of the cantos that I enjoy. But this one is interesting in a few ways. I think one of the things that are sort of striking is the fact that there are very few characters. So we are introduced to Capaneus, for example, and I think he's the only person other than Virgil and Dante that feature in the canto, which is a bit unusual, I would say. So it's a lot more like descriptive, but in that description there is like a fascinating image, the image of the old man of Crete, which is this sort of symbolic, highly intricate and arcane allegory, clearly. But he remains nameless, which is interesting. So it's somebody who has a lot of detail but is lacking a name, and I think that's because I guess he's supposed to be in a way every man, and
to demonstrate how our suffering in hell is born of our own, of ourselves, because it's the tears of the old men of Crete which feed the rivers of hell. Let's talk about the Inferno in general. Do you have other cantos that you like in particular? Or do you remember any other canto or scene or person? The image that's always striking to me is, in fact, of Satan himself, because it builds up to Satan, and you assume that he's like like an evil overlord ruling over this empire. But in reality, he turns out to be the greatest sinner and the greatest sufferer. So it's, in fact, a very sad image. And you almost commiserate with Satan at the end, because he's... Again, it's the same logic where his own actions are breeding his punishment, because he's trying to fly away and his efforts are freezing him in place, in fact. I think I enjoy all of them equally. I don't think there's a canto I would and say, well, this is not my favorite. I think all of them have a lot to offer. I see. Okay, so I'm gonna go back a little bit to the text that you read. So the Russian translation. Can you tell us a little bit about this this translation or this edition? This is a translation by Lozinski, and it's very famous and has many accolades in Russian speaking countries. It's considered to be very accurate and very literary, so it's a very enjoyable read from an aesthetic perspective. It wasn't the first translation. There was many before that and a few after that. And it was translated in the 40s. In fact, during the war. So the translator, in fact, resided in St. Petersburg while the German army was approaching. So he had to evacuate to somewhere else to finish his translation. And after he finished, he got the highest prize in science and art in the Soviet Union, was the Stalin Prize. And he was awarded for that for his translation. So all in all, it's a great translation. And perhaps the fact that it was translated during the war, maybe added some, especially for the Inferno, maybe added some sort of personal feeling. The translator. Which in this case may have been appropriate. Right. So this is like, can I say that this is the most well-known or the most famous translation of the Divine Comedy in Russian? Yeah, definitely. Mm. There are quite a few others, but this is sort of the standard that everybody reads, because it is a great translation. I think he spent something like 7 or 8 years translating it. It was every day, like a 9 to 5 job. So another question that I'd like to ask. So do you find any elements in this work, in the Divine Comedy, that could be related to your field of study or specialization? Or does it resonate with you personally in any way? As an academic? Or as a person, As a person, of course. So how can it not resonate? It's somehow impersonal and yet very personal, because they're not many central characters, and yet you sort of identify, perhaps put down to himself. As an academic, I work in very different things. So I work on historical linguistics and reconstruction, and it's hard for me to... I'm sure there are applications of that in Dante, but I haven't thought of those yet. Maybe somebody, or even myself, should do that. Well, thank That's you. Great. Thank you for coordinating this. I think it's a great effort. Thank you very much for having the Russian language represented in our project.